Всем привет! Наш первый урок начинается с техники безопасности. Балансборд, девайс состоит из валика. Он может быть разный по качеству, разный по диаметру. Чем больше диаметр валика, тем динамичнее будет ускорение доски, тем она будет резче. Соответственно, нужно быть более осторожным. И доска, которая по валику перемещается. Заход на доску. Устанавливаем доску четко поперек валика. Смотрим, чтобы она не свисала в пустоту с этого валика. Четко по середине и немножко откатываем в сторону. Ставим в данном случае левую ногу и правую на верхний край и начинаем, чуть сгибая колени, аккуратно перемещать вес тела. Можем такими маленькими попытками. И доска потихонечку поедет. Мы не боимся этого ускорения, то есть и в другую сторону. Раз, и попробовать почувствовать, насколько ускоряется доска. Если вы нажмете резко, движение будет более резким. Если нажмете аккуратно и плавно, движение будет более плавно. Колени мягкие, плечи расслаблены. Смотрим чуть-чуть вперед. Где-то метра два перед собой. Лучше всего, конечно, смотреть прямо перед собой, на горизонт. Если пока боитесь, смотрите 2 метра вдоль пола. Руки расслаблены и дышите. Так не надо делать. Если у вас край доски высоко, то, скорее всего, здесь вы можете потерять контроль. То есть старайтесь, чтобы здесь не было такого большого рычага. Следующее. Всегда заходим той ногой, одноименной с доской, того края, который лежит на земле. То есть правый край доски у нас на земле, значит правой ногой мы наступаем и левой создаем баланс. Наши балансборды оборудованы стоперами, которые позволяют, даже если что-то прошло не так, они цепляются и останавливают доску. Не все доски имеют такие стоперы, поэтому для обучения мы используем безопасные доски. Да. На балансборде главное не делать резких движений, тогда будет все более-менее под контролем. Есть упражнения, класс упражнений, которые выполняются с опорой рук на доску. И в данном случае старайтесь не загибать пальцы за край доски, чтобы не прищемить их. То есть, если какие-то упражнения делаете на доске, то не сгибаем пальцы. Успешной практики!